Девочки, мальчики, всем привет! Я всех очень рада видеть на своем канале. Итак, сейчас хочу сделать масочку. Я же вот это вот сделала и ничего не поняла вчера. Надо сейчас будет ее делать, доделать. Увлажнила она, не увлажнила. А, я хотела сначала пальчики. Пальчики. Уже на самом деле так долго они у меня. Хочу какие-нибудь другие хорошие. Из холодильничка. Проводила мужа. Уже стирку затеяла. Сегодня у меня по плану стирка, как обычно. Уборка. Готовка. Ой, кайф какой. Убираюсь я сейчас как дома. Так как дома сижу, я убираюсь довольно-таки часто. Где-то 2 или даже 3-4 раза в неделю. Но пылесос хотя бы и пыль. Вот. Потому что, во-первых, я сижу дома, что мне делать. А во-вторых, сейчас жарко так. И мы не можем ходить в тапочках. Вот. Мне прям очень жарко в этих тапочках. И мужу тоже. Поэтому вот я все время пылесошу, чтобы ходить босиком. Даже вот тоненькие тапочки у моего мужа, он говорит, все равно мне не нравится. Поэтому приходится пылесосить. Но это все равно 5 минут. Ну, знаете, как у нас... А, духовку мне надо еще помыть. Духовку и холодильник. Не внутри, а снаружи. Вот. Ну, знаете, как вот, да? Вот вроде как мне надо уборочку сделать экспресс, да? Ну, что там, полчаса пропылесосил, там это. Потом вот вспомнил, надо холодильник. Потом что-нибудь еще вспомню. И полдня буду этим заниматься. Вот. Еще я хочу сегодня приготовить, знаете что, у меня же шпажки есть, я так давно это хочу сделать. Шашлычки, у меня индейка есть, и вот я хочу сделать шашлычки из индейки в духовке. Я как-то делала, но не у себя дома, а у сестры. Поэтому даже не знаю, как получится. Давно делала, не помню уже ничего, как делала-то. Но будем экспериментировать. Масочку нанесла, ходим, и там 15 минут написано, и смываем. Ну что, масочку я смыла. Лицо такое, знаете, гладенькое-гладенькое. Ну да, увлажнение есть. А масочка, кстати говоря, вот эта, мне кажется, если использовать только на лицо, то ее раза на 4 точно хватит. Смотрите, сколько у меня еще. Я так нормальным слоем наносила. Если на декольте, то получается 2. Ну, другую использую я, зеленую буду на декольте пробую. Так, теперь буду использовать тоник. Вот этот вот, который купила. Посмотрим, что это. Да, масочка мне понравилась. Вот, так что масочка классная. И еще ее на 4 раза хватает. Так, и сегодня мне, точнее сейчас, по крайней мере, часа 2-3 точно я буду дома, поэтому беру Виши, Slow-H. Если бы мне куда-то надо выходить, то я обычно использую Garnier свой, потому что он менее жирный, ну, вот этот. Менее жирный и быстрее впитывается. А Виши он более жирноватый. Так, где-то штучка такая у меня была специальная когда-то. Опять она куда-то исчезла. Ну, ладно, возьмем вот эту штучку. О, машинка прям вовремя. Пахнет очень вкусно, Виши, конечно. Так, ну все, отправляемся заниматься домашними делами.
Хочу сейчас заняться приготовлением шашлычков из индейки. Буду делать вечером в духовке. Так как у меня время есть, я замариную заранее. Примерно у меня будет стоять 6 часов. Вот, но достаточно полчаса. И наконец-то я нашла свой оптимальный, как скажем, рецепт кваса. На 3-литровую банку 250 сахара и 5 столовых ложек вот этой вот гущи, 4 грамма дрожжей, вот на 3-литровую банку. А то у меня все время то сладкий, то не сладкий, то сильно горький. Вот это вот идеально. Так, что мне потребуется для маринада? Сюда я уже вот 1 чайную ложку меда. Вот такой соевый соус. У меня есть, ну тут, не знаю, 2 столовые, может быть, ложки. Больше нет, поэтому хватит. Чеснок. Соль буду использовать адыгейскую, такую с травками, потому что у меня ее очень много, а обычной мало. Но она вкусная очень. И универсальная приправка. Пару ложек столовых растительного масла и 1 луковица. Нарезаю, в общем, шашлычок. Не чуть-чуть поменьше кусочки, как вот на шашлык делаем, но чуть поменьше. Все, шашлычки мои отправляются мариноваться в холодильник. Так, уборка у меня полным ходом. Помыла духовку я вот этим средством. Оставила уже ее подогреться. Я всегда разогреваю ее, после того, как помою всеми средствами. Разогреваю до максимума, на 5 минут остужаю. И потом обычной тряпочкой просто с водой еще раз прохожусь, чтобы никаких химических средств не оставалось. Помыла наконец-то вот эту штуку. Вот эту штуку я вообще не знаю, зачем муж купил. Я вообще ей не пользуюсь, если честно. Мне вот эта дырка еще не нравится. Вот. И, короче, вообще она мне не нравится. Я еще лбом иногда бьюсь вот здесь вот. Короче, помыла эту штуку, на телевизор помыла, вот это вот все такое труднодоступное, так скажем, холодильник, ну, сверху, вот. И что у нас, уже тут вовсю постирушки идут у меня, сушки, что у нас изменилось в гостиной? Вот, собственно, кто просил, как выглядит плед, не знаю, как его еще так красивенько положить, даже не знаю, ну вот. У меня еще пришли наволочки с Алиэкспресс, вот такие вот бирюзово-голубые, розовые. И мне кажется, в принципе, сочетание неплохое. У меня здесь еще будет, муж сегодня должен повесить мне здесь вот эту штуку, как она называется-то, вот, для картин. И у меня еще будут здесь картины, и там будут такие же вот оттенки приблизительно как подушки, так что я думаю, что будет сочетаться. Вот, значит, вот эта штука пока здесь, стеллаж, который мой муж, мой папа вообще сказал: говно полное, прости господи, уберите на балкон, чтобы этого не видно было. А мне нравится такое сочетание дорогого с дешевым. Ну, не знаю, мне вообще дерево нравится. Папа мне такой говорит, типа, вот если бы это было какое-то красное дорогое дерево, то да, а это дешевое, типа, некрасиво. Но мне нравится, я не знаю, такое сочетание. У меня же еще рамочки будут точно из такого же дерева, то есть светлого вот здесь вот. Ну, не знаю, пока вот она тут стоит. Вообще, она должна была стоять вот здесь вот. Ну, я пока так оставила, не знаю. Вот этот стол мы наконец-то собрали. Я не знаю, говорила или нет, по-моему, я еще не говорила. Вот, вот такой вот стол. Он по сравнению вот с этим вот комодом смотрится просто какой-то детский. Но на самом деле он нормальный. Я здесь пока еще ничего особо не разбирала. Вот эта штука у меня для чего нужна была, чтобы я вот так поработала, убрала вот сюда вот это вот все, и у меня, грубо говоря, чистый стол. Но этот теперь стол, когда он вот такой вот чистый, все время кот на него залазит, потому что вроде как ему новый стол купили и спит здесь. Вот здесь вот как бы у меня пока вот так вот ничего я здесь не делала. Здесь пока вот тоже как бы я засунула такие самые свои тетрадки все, там мыслишки, работа. Пока вот так, но это потом еще разберется. Вот. Так что стол пока вот, так, вот такой вот. А сидушку сюда хотела купить в Икее-то я, но я их выложила в итоге, потому что цвет такой, знаете, на камере он вроде бы как бы был такой вот
ну, как сказать, вот такой, но на самом деле он такой грязно-зеленый, какой-то плевотный. Я не стала, короче, их брать. А толстые сидушки, если я, ну, положу сюда, мне будет уже неудобно сидеть. Я вообще не люблю на толстых сидушках. Вот у меня на кухне толстые. Мне вот слишком высоко сразу я как будто сажусь. И мне хотелось такую вот, ну, маленькую, тоненькую. Вот, собственно, вот такие вот дела. А, у меня скидки есть в этом. Я тут вспомнила. Вот они лежат. 500 и 3000 в Хофе. Это будет 3-го 500. А 3000, по-моему, после 10, да, после 10-го вот как раз я пойду. И, может быть, куплю себе со скидкой, если найду, то куплю шторы еще сюда. Вот, но, в принципе, мне кажется, сочетаются вот такие бордовые шторы, да, здесь что-то розовенькое, это, здесь вот так вот, мне кажется, в принципе, можно и не покупать, но скидка есть. Вот, ну, пока вот, а, вот коробочки, кстати говоря, я вот так вот приместила. Вот, ну, велосипеды на своем законном месте. Я не знаю, куда их девать, ну, ладно, это боль моя, ужасная боль. Вот они, рамочки. Вот они, рамочки, они, видите, такого же цвета. И как бы, чтобы вот что-то было, дерево какое-то, сочетание. Вот. На балконе не знаю, когда муж разберется, не буду суваться туда. Недавно разбирала его ящик, вот этот вот, я вам показывала. И выкинула какую-то наклейку. Тут такой скандал был. Но я ее не выкинула, я ее на самом деле и не видела. Никаких наклеек. Короче, что-то я там выкинула, что ему надо было. И больше я не суюсь. Хотела сама его балкон разобрать, но... Не буду я трогать, пусть сам там в этом своем хламе разбирается. Вот. Осталось мне, да, цветочки я еще хочу купить. И вот рамочки повесить, и все. И жизнь удалась. Вот. Вот так смотрится плед. Мне нравится. На подушки, на наволочки, точнее, с этим оставлю ссылочки. Кому нужно. Недорогие они. Вот еще вот с этой стороны как-то поинтереснее смотрится. Такой он, правда, мятый весь плед. Ну, а что делать? Жизнь такая. Я, значит, занимаюсь своими делишками там. А я же только что постелила, грубо говоря, сегодня. И кот уже вот одобрил. Что стол мы когда собрали, он первый лег на него, 2 дня на нем спал. И до сих пор, вот если сейчас бы не было вот этого, может, он сюда бы лег бы. И, значит, вот на новенькое надо обязательно. Да, Тимош? Ты одобряешь? Девочки, собралась сейчас прогуляться немножко. У меня муж стал ходить на дворовый футбол. Хотела вам похвастаться. Заказала себе футболку на AliExpress Marvel. Вот, но размер немножко большеват. Прям что-то она прям совсем, знаете, большевата. Вот, и очень она такая прям вот так вот длинная. Хотела заказать себе какую-нибудь зеленую или бордовую, или темно-красную. Но там только или ярко-розовые, или белые, или ярко-желтые. Вот, вот такая вот футболочка. Кот, передавай всем привет. Вот. Сейчас еще осталось причесаться, и я выхожу. Смотрите, вот какая классная вот эта тушь. Блин, камера не фокусирует. Так прям подкручивает реснички, а я вот вообще класс, мне так нравится, и то, что она еще коричневая, мне тоже это нравится, прям вообще я кайфую. А я уже сейчас через несколько дней пойду уже наращивать себе на день рождения реснички. Вот класс вообще. Что-то там, как он мне объяснял, по 10 минут 2 часа. Он один раз ушел, так говорит, я на часок посмотреть, что да как. 3 часа не было. Так что сегодня не знаю. Сейчас посмотрю, как они там играют. Ну, просто чисто прогуляюсь. И пойду домой ужин готовить. Мой сегодня на воротах. Вот команда стоит. Начинаю приготовление, в общем-то, шашлычков. А, вот эти шпажки нужно обязательно замочить в горячей воде, прям в кипятке, минут на 15. Вот я только что слила водичку. Теперь начинаю насаживать. Все.
все готово. Теперь, ну, почти готово. Отправляю на 180, минут на 35-45. Как только такая прям корочка-корочка будет, в принципе, должно за полчаса приготовиться, но надо корочку, чтобы была красивая. Наш шашлык готов. Мы уже, если честно, покушали. Вот остался вот, вот столько. Вот, всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что, муж повесил мне полочку. Надо будет ее задекорировать еще. Вот так вот смотрится. Надо что-нибудь поставить, хоть посмотреть. Вот так, с диванчиком вместе. И на этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока!